Воронежском государственном университете прошла презентация проекта «Амбассадоры Mail.ru Group». Официальными представителями компании ВГУ могут стать активные и целеустремленные студенты, аспиранты и молодые сотрудники вуза. Для получения такого статуса факультет, курс и направление подготовки не имеют значения. Амбассадорами могут стать не только представители IT-факультетов, но и обучающиеся на гуманитарных и естественно-научных направлениях. Наш факультет сотрудничает со многими компаниями, и мы стараемся увеличить количество своих партнеров. Почему? Каждый новый партнер, каждый новый договор, который мы, ну, вернее, университет заключает с компанией, увеличивает горизонты сотрудничества. В первую очередь, это дополнительные возможности для наших студентов, потому что компании разные, они решают разные проблемы, решают разные задачи. И студентам всегда предоставляется возможность выбора, а это всегда хорошо. Поэтому такая замечательная корпорация, как Mail.ru, это для нас находка, я думаю, и для компании тоже. Участники, прошедшие годовую программу университетских амбассадоров Mail.ru Group, будут приглашены в московский офис компании. Они пройдут там серию бизнес-тренингов, пообщаются с ведущими топ-менеджерами и получат возможность дальнейшего трудоустройства в компанию. Напомним, что в апреле этого года между Воронежским государственным университетом и Mail.ru Group было подписано соглашение о сотрудничестве. ВГУ стал первым региональным вузом-партнером крупной технологической компании. Во-первых, понятно, что на сегодняшний день большая конкуренция на рынке существует за кадры, за молодые кадры, за перспективные и так далее. Естественно, мы хотим, чтобы о нас знали как работодатели, но в то же время нас знали и о тех продуктах, которые мы делаем, которые относятся к нам, чтобы их больше использовали, больше каких-то было желающих потом в этих продуктах работать в том числе. Но еще нам интересно, естественно, повышать там свои рейтинги, свои какие-то общие такие имиджевые проекты запускать. И студенты, естественно, это те люди, которые тоже, в принципе, заинтересованы в какой-то такой общественной деятельности, проявлении себя и готовы помочь нам, помогать в этом.